Смотри! Помоги мне встать. Сюда, по лестнице наверх. Вторая дверь налево – это маслохранилище. Идем со мной. Ты здесь ничем не поможешь. Нет, у меня здесь дела. Собрался воевать в одиночку? Для таких дел помощь не нужна. Уверен? Прощай, ведьмак. Стой! Ведьмак, ты что ли? Говорят, ты убил короля. Я не убивал. Я тебе верю. Я рад. А то совсем бы глупо вышло, если бы пришлось тебя убивать. Все рубайлы пережили штурм. Пьют горькую третий день. Я тебе кое-что задолжал. Ничего ты мне не должен. Во время штурма попали мы в котел. Ты знаешь, если рыцаря в тесных проходах прижмут, двинуться вовсе некуда. Сзади напирают, спереди стоят, сверху алебардами рубят. Меня бы раздавили, если б не доспехи. Потом еще раз 10 получил по шлему. До сих пор в ушах звенит. Блюю все время, зато живой. Сотрясение мозга. Это пройдет.
ты был с Рубайлами, когда они попали в скайтаэльскую засаду? А то! Живодер говорил, что эти эльфы дрались особенно отчаянно. Ты не заметил, было у них что-нибудь приметное? Может, значки какие-то? Они закрывали свои лица платками, а платки эти нарезали из мундиров особого отряда. Трофейные, значит. И клич у них Орвит или что-то вроде того. Откуда там взялся дракон? Понятия не имею, но он спас нас. Эльфы его как увидели, сразу о нас забыли. Больше ничего сказать не могу. Мы так удирали, будто за нами дьявол гнался. Вот, держи-ка. Живодер мне велел это выучить, но такие мудрости не для меня. Я на драконов охотиться не собираюсь, а тебе вот может пригодиться. Мне пора. Насыпь охраняют стражники. Ты не проберешься. Отвлеки их. Ага. Но помни, если дойдет до драки, на меня не рассчитывай. Может, нам даже придется биться друг против друга. Лучше бы не пришлось. Ну, иди. Дай мне минуту. Сюда! Скотина, обязательно было поджигать замок? Ты должен был выбраться незаметно. Зачем проливать реки крови? Ты оставил мне ключ от кандалов, но ни шапку-невидимку. Трис, как ты? Я больше не королевская советница. Я потеряла должность, дом в Изиме. Говорят, я ведьмачья любовница. Девка королевского убийцы. Люди болтают то, что им велят. Да все я знаю. Когда мы найдем убийцу короля, все они запоют по-другому. Роше об этом позаботится. Я верно говорю, шпион? Я не шпион. Но в общем все правильно. Нет короля, нет законов. Теперь в Тимерии правят гниды вроде Кимбальта и Моравеля. Только старый Ян Наталис еще может навести порядок. Наталис далеко. Кроме того, у него нет шансов на корону. Он слишком низкого происхождения, в отличие от барона Кимбальд. Не время рассуждать о политике. Ты узнал что-нибудь об убийце? Неделю назад мой информатор во Флотземе сообщил, что с Йорвитом видели здорового лысого мужика. Его портрет совпадает с твоим описанием. Значит, Флотзем. Долго туда плыть? Пару дней. Фактория лежит в лесах на границе с Саидирном. Там хозяйничает Йорвит. Вы готовы? Отправляемся. Трис? Да? Давай уединимся. Ты займешься моими ранами. Да. И расскажешь о Йеннифер. Все в подробностях. Даже о том, о чем говорить не хочется. Даже о том, что может быть больно. Все на палубу и на швартовых. Берегите борт.
Якорь чист, капитан! Честь – забавная штука. Она заставила Ариана вступить в неравный бой с Тимерией. А когда он был побежден, честь склонила голову Ариана, чтобы спасти жизни его людей, но не дала выжить ему самому. Подозреваю, если к тебе пристанет прозвище «убийца королей», жить на этом свете становится нелегко. Особенно кому-нибудь вроде Геральта. Вот же бедняга. Я давно его знаю, уверен, что все эти короли и политика нужны ему, как прошлогодний снег. Ну ладно, ладно. Мы же не всегда получаем от жизни то, что хотим. Иногда приходится общаться даже с такими неприятными типами, как Вернон Роше. Нет, я не оправдываюсь, но у меня для такого знакомства были, как сказать, свои причины. Весь путь по реке до Флотсама ведьмак провел в разговорах. До поздней ночи Трис рассказывала ему забытые истории. Дитя-неожиданность, губительная любовь, которая связывала его с чародейкой Йеннифер. Трис рассказывала истории жизни, которой его лишили. Вы заскучали? И все же не откладывайте повествование, друзья мои. Один примечательнейший персонаж вот-вот предстанет перед вами на виселице. Убери оружие, эльф. Я пришел поговорить. Кланяйся в пол. Вон, видишь, венценосец. Это Димовент. Милостью Божьей король Айдирна, долины Понтера и прочее, и прочее. А ты? Друг нелюдей. У меня есть предложение. Говори. Быстро и по делу. У тебя есть время, пока головоглаз не вернется. Я могу добыть еще голов. Все монарши. Дальше. Сперва Фольтест. Но мне нужна помощь. По Эдирне я едва ушел от облавы.
Мне нужны ваши убежища, карты потайных троп. Мне нужна помощь с Каэтаэлей. Я делаю это не ради золота и не жажду славы. Тогда зачем? Долго объяснять. Твоя тварь уже сожрала Накера. Тебе пора. Мы договорились, эльф? За мысом уже должен быть Флотзам. Мы пойдем берегом. Вы это кто? Ты и я. На разведку. Я иду с вами. Не стоит. Там может быть опасно. Неизвестно, как нас примут. Да куда вы одни пойдете? Должен же за вами кто-нибудь приглядывать. Она всегда такая. Здорово. Придется замочить порты, ведьмак. Без этого никак. Прыгай! Ведьмак, мы ждем. Давай уже. Есть вести от твоего таинственного информатора? Гавань закрыта. Некоторые купцы торчат тут больше месяца. Но через лес-то всегда пройти можно. В лесу Йорвит.
Пойдем. Идем. Пошли.